Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня». Придется проводить деприватизацию. Поэтому наш закон о национализации стратегической отрасли будет тоже положен в первую очередь. Без этого закона ни стабильности, ни побед впереди нам не стоит ждать. Законодательные инициативы и задачи партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о планах коммунистов на новый политический сезон. Именно это направление, Дальний Восток, Сибирь, Арктика, для российской экономики является решающим. Я постоянно говорю, ключ к развитию экономики России, безусловно, лежит в этих территориях. В Хабаровске прошел форум развития Дальнего Востока. Коммунисты обсудили перспективы экономического роста региона. Наша основная задача – гармонизация и укрепление сотрудничества в рамках движения, чтобы мы могли идти вместе на благо всего человечества. В Уганде проходит 19-й саммит движения неприсоединения. В него входит 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. В КПРФ подчеркивают, Новый год станет временем трудных, но необходимых решений. На повестке дня вопрос смены курса развития страны. На брифинге в Госдуме лидер партии Геннадий Зюганов рассказал о законодательных инициативах и задачах коммунистов в новом политическом сезоне. Он отметил, главное событие начала года – старт президентской гонки кандидата от КПРФ Николая Харитонова. В ходе стартовавшей избирательной кампании коммунисты представят стране свой взгляд на пути вывода из кризиса. Уже готов пакет программных документов. Свои основные законопроекты депутаты предложат на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Говоря о главных задачах партии, Геннадий Зюганов напомнил, в эти дни кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов находится с визитом на Дальнем Востоке, в регионе, который сильно пострадал от курса либералов 90-х. Для нас главная задача будет в этом году одержать победу, изменить финансово-экономический курс, поддержать тех, кому очень тяжело. А это прежде всего дети войны, многодетные семьи, сироты. Все сделали для того, чтобы наш опыт народных предприятий стал достоянием каждого коллектива. Мы к этому очень тщательно готовились. И сегодня активно началась выборная кампания наша, прежде всего с Дальнего Востока. Председатель ЦК КПРФ отметил, все содержание наступившего года будет определяться вопросом войны и мира. И здесь важно понять, чтобы успешно преодолеть нынешние испытания, стране придется прежде всего измениться самой. На фронте произошел коренной перелом, и я уверен, что и наша помощь, которую мы оказывали, и возрождение военно-промышленного комплекса, и 120 конвоев, которые туда привезли все необходимое, и 16 тысяч детей, которые мы оздоровили здесь, помогая новым регионам войти спокойно в новую жизнь, окажут огромную помощь для реализации идей победы и возрождения этого уникального края. Но вместе с тем хотел бы отметить, что, несмотря на некоторый перелом, по-прежнему финансовый курс, экономический и социальный продолжается тот, который протоптала ельцинская команда в лихие 90-е. Одна из главных законодательных инициатив КПРФ – проект бюджета развития страны. Коммунисты констатируют, порочные подходы власти к формированию главного финансового документа России не только не меняются. Из года в год параметры бюджета по большинству статей фактически становятся хуже. Пример на злобу дня – система ЖКХ. Возьмите ту отрасль, которая сейчас у всех на слуху и каждого из вас беспокоит – жилищно-коммунальное хозяйство. Не было ни одного моего выступления, которое я не начинал с того, что уже 60% труб в стране изношены, и что невозможно их в течение 2-3 недель поменять. Надо каждый год менять 3-5% и примерно столько ремонтировать. Ничего похожего. Как было по-старому, так и осталось. Посмотрите внимательно тот бюджет, за который проголосовала «Единая Россия». Там урезают на
коммунальные расходы в следующем году на 43%. А еще через год еще на четверть. Это абсолютно преступное решение, потому что сидят на атомной бомбе коммунальной. Страна большая и холодная, не может сидеть на ржавых трубах. В КПРФ особо подчеркивают, сложившаяся ситуация ставит под вопрос стабильность внутри России, напрямую угрожает безопасности граждан. Но власть по-прежнему отказывается от предложения левой оппозиции передать отрасль ЖКХ под контроль государства. Ничего похожего. Подмосковье все распродали. Сначала иностранцам, те за 4-5 лет выжили, что только можно. Потом передали следующим, и сейчас появляется еще какой-то странный собственник, который ничего не делал и не собирается делать. В результате полтора десятка городов замерзают, а в районе Подольска и Климовска просто национальная катастрофа. Надо немедленно принимать решение о национализации этой отрасли. Серьезной проблемой сегодня является отсутствие системного подхода к решению проблемы вымирания населения. Геннадий Зюганов отметил, правящий класс ограничивается точечными мерами поддержки социально уязвимых групп граждан. Эти меры в конечном итоге работают неэффективно. Молодая семья не может прокормить ребенка, родила второго, бедная, третья, нищая. Страна теряет каждый год 500 тысяч своих соотечественников. Вам придется и на этом направлении принимать те решения, которые подготовила наша команда. Вот эта программа конкретных действий, поддержки производства, жителей, заботы о детях, стариках, закон о многодетных семьях, на столе лежат у единороссов. Сейчас хотел бы услышать от Володина, что они будут рассмотрены в первую очередь. Уже в ближайшие дни депутаты фракции КПРФ представят на рассмотрение Госдумы и свой законопроект об образовании для всех. На очереди проект документа о деприватизации важнейших отраслей и крупных банков страны. Наш закон о национализации стратегических отраслей будет тоже положен в первую очередь. Без этого закона ни стабильности, ни побед впереди нам не стоит ждать. Наша политика хорошо проработана на Орловском финансово-экономическом форуме. Наша программа «10 шагов достойной жизни» получила поддержку всех левопатриотических сил. Наш вариант правительственного народного доверия обязательно будет реализован. Мы его опробировали еще тогда, когда создавали правительство Примакова-Маслякова. Я уверен, что избиратели и граждане откликнутся активно на все наши предложения. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Это звание будут присваивать людям, которые проработали в органах местного самоуправления не менее 20 лет и были отмечены другими отраслевыми наградами или поощрениями. Коротко о других новостях в стране и мире. Российская Федерация высоко ценит поддержку со стороны КНДР в контексте специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сонхи. Сергей Лавров отметил, что Москва тесно и плодотворно сотрудничает с Пхеньяном на площадке ООН и других организаций. С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630 400 рублей на первого ребенка и 834 000 рублей на второго, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он рассказал, что в 2023 году россияне чаще всего тратили мат-капитал на улучшение жилищных условий. Уганда стремится укрепить сотрудничество между государствами в рамках движения неприсоединения, заявил постоянный секретарь Министерства иностранных дел страны Винсент Багири Уаисва. Он также отметил, что урегулирование палестино-израильского конфликта может быть осуществлено на основе консенсуса. Сотни пропалестинских протестующих собрались на улицах Манхэттена, призывая к немедленному прекращению огня в Газе и запрету американской помощи Израилю. Демонстранты скандировали лозунги и держали фигуры, украшенные палестинскими флагами. В Германии продолжаются масштабные антиправительственные протесты фермеров. На автобаны страны выехали тысячи тракторов.
Немецкие фермеры начали очередную волну протестов против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии. Движение во многих частях страны парализовано. В Хабаровске прошел форум развития Дальнего Востока. Его организовали коммунисты для широкого обсуждения перспектив экономического развития региона. Проблемы и задачи, с которыми сталкивается вся страна, больше всего влияют на ее дальневосточную часть. О беспроцентной ипотеке, программе поддержки аграриев, новой индустриализации региона и других инициативах КПРФ мы расскажем в нашем материале. Дальневосточный форум возглавил председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Много лет он настаивает на отдельной программе поддержки аграрного сектора в регионе. Без специальной программы развития агропромышленного комплекса Дальний Восток сам себя, к сожалению, кроме рыбы, не кормит и кормить не будет, если не будет этой программы. В результате уровень продовольственной обеспеченности Дальнего Востока в настоящее время ниже среднероссийского показателя по мясу и мясным продуктам на 65%, молоку и молокопродуктам на 30%, яйцам и яйцепродуктам на 35%, овощам на 47%, фруктам и ягодам на 35%. Дефицит продуктов питания вызывает серьезный рост цен в магазинах. Справиться с этим, по мнению коммунистов, можно только вводом государственного регулирования на цены. Тем более, что одна из таких программ недавно уже была реализована и успешно работает. Закон о северном завозе – это плановые поставки продуктов жизнеобеспечения, топлива, продукты питания, лекарства и так далее. Территория с ограниченным сроком завоза, с координацией процесса на федеральном уровне. Этот закон практически ждали более 25 лет. Это, по сути, государственное регулирование цен. Органы исполнительной власти субъектов наделяются правом устанавливать снабженческие, бытовые и торговые надбавки к ценам. В результате новая модель управления северным завозом исходит из лучших традиций в советское время. К территории северного завоза относятся населенные пункты 25 субъектов Российской Федерации с населением более 3 миллионов человек. Одна из главных проблем региона – отток профессиональных кадров и низкая рождаемость. Николай Харитонов предлагает ввести беспроцентную ипотеку для того, чтобы помочь молодым семьям приобрести жилье без переплат. И мне кажется абсолютно уместно мне, как кандидату в президенты, объявить инициативу в год семьи беспроцентную суду для молодых людей, для молодых семей. В советское время наверняка и вы, сидящие здесь, и я в том числе, в свое время мы получали бесплатно от государства квартиру. Поэтому беспроцентную ипотеку необходимо развивать не только на Дальнем Востоке, если мы говорим о рождаемости, но и практически по всей России. Еще одно направление для работы – новая индустриализация региона. Без поддержки реального сектора экономики, строительства заводов и ввода новых мощностей экономическое развитие невозможно. Один из самых серьезных вызовов для Дальнего Востока и, пожалуй, всей России – это изношенность инфраструктуры. Так, производственные мощности, созданные в основном еще в советское время, уже сильно изношены. Сейчас, например, нам необходимо принять все меры по строительству судов для нужд северного завоза. А на некоторых верфях Объединенной судостроительной корпорации мы до сих пор используем немецкие станки и оборудование 1932 года. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин поддержал инициативы Николая Харитонова и напомнил, что все они основаны на программе Компартии по возрождению страны. Дальний Восток – это 40% территории России. Это огромные природные ресурсы. Это соседство с социалистическим Китаем, экономика которого, в отличие от тех показателей, которые мы сегодня демонстрировали по нашей стране, выросла в 16 раз. Что не хватает нашей страны? Возврата к социализму. У нашей партии есть программа. Мы идем большой командой. Лидер команды Геннадий Андреевич Зюганов, председатель партии, он возглавляет большое наше движение. На фоне стремительного развития социалистического Китая особенно видно, как российская экономика отстает с каждым годом все больше и больше. Наши великие предки оставили нам страну самую богатую в мире. Необходимо только действительно изменить курс, национализировать сырьевые ресурсы, чтобы те деньги, те доходы от наших ресурсов шли народу, государству. Капитализм действительно зашел в тупик. Нужен новый курс, с которым легко справится
наша страна, как справлялся Советский Союз. Возрождение Дальнего Востока может стать началом возрождения всей страны, считают коммунисты. Именно здесь больше всего нужна программа экономического развития и новой индустриализации. И только сейчас, в условиях вынужденного ускоренного перехода экономической активности с Запада на Восток, для всех становится очевидным, что именно это направление Дальний Восток, Сибирь, Арктика для российской экономики является решающим. Я постоянно говорю, ключ к развитию экономики России, безусловно, лежит в этих территориях. Тихоокеанский регион располагает сегодня и живет здесь 4 миллиарда, ровно половина населения земного шара. По окончании форума делегация КПРФ посетила мемориал и музей на Волочаевских высотах. Здесь в феврале 1922 года прошло знаковое сражение гражданской войны. На этом разгроме белоповстанцев и японских милитаристов закончилась бесславная история белого движения в России. Благодаря помощи КПРФ музей был восстановлен и снова открыт для посетителей. Коммунисты возложили цветы к братской могиле 118 красноармейцев и памятному камню, установленному в честь главнокомандующего вооруженными силами Дальневосточной республики Василию Блюхеру. Главные новости и ежедневные программы нашего телеканала смотрите на сайте airline.tv. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго, до встречи!